Губернатор Игорь Рудени провел выездное совещание на площадках планируемого строительства вылетной магистрали в направлении Кимр. Трасса начнется в створе улицы Академика Туполева в Твери. Глава региона также осмотрел место примыкания магистрали к трассе М-11. Реализация проекта ведется по обращениям граждан к губернатору. Действующая дорога на Кимры проходит по центральной улице деревни Старая Константиновка, по которой тверичане ездят на дачи и карьеры. Дорога также задействована при строительстве северного обхода города. В итоге власти региона решили не только помочь местным жителям, но и проложить современную трассу для удобного выезда вплоть до развязки на М-11. Мы понимаем, что с построением северного обхода Твери у нас появляется новая транспортная артерия, и жители города Твери могут сразу попадать на трассу М-11 для поездок в Санкт-Петербург или в город Москву. Губернатору на месте представили планы проектирования и строительства. Планируется, что новая магистраль будет проложена в объезд деревни Старая Константиновка. Она соединит напрямую улицу Академика Туполева и Саватьевское шоссе за СНТ-спутник. Работы пройдут в два этапа. Строительство в обход деревни 4,5 километров дороги и капитальный ремонт участка протяженностью в 1 километр. При этом действующая дорога через Старую Константиновку сохранится для локальных поездок. Но в целом проект имеет далеко не локальное, а региональное значение. Очень важно, что это даст возможность формированию нового жилищного строительства, как малоэтажного, так и среднеэтажного жилищного строительства. Это в том числе и возможность доехать до особо экономических зон, это Имаус и филиал в Конаково по трассе М-11. Поэтому работа предстоит очень большая. Строительство новой трассы существенно снизит транспортную нагрузку на областной центр, в частности, на улицу Пржевальского и дороги вдоль деревни Старая Константиновка и поселка 1 мая. Также это шоссе позволит обеспечить непрерывное движение из Твери в сторону Кимр. Будущая магистраль станет частью единой транспортной системы, соединяющей дорожную сеть Тверской агломерации с автомагистралью М-11.